Жители малых и больших кабанов, расположенных в Лаишевском районе Татарстана, бьют тревогу из-за планов по громадной застройке неподалеку от их домов. Там планируется возведение жилого комплекса «Долина Махаон». Его создание глава Татарстана Рустам Миниханов одобрил еще в 2016 году. Однако спустя несколько лет ситуация кардинально изменилась. Территорией завладел другой застройщик, и теперь проект жилого комплекса представляет собой 75 многоэтажек на 24 тысячи человек. «Долина Махаон» – масштабный проект. Общая площадь земельного участка – 180 гектар. Участок принадлежит на правах собственности управляющей компании «Акбарс Капитал». По словам пресс-службы президента Татарстана, в проекте применен новый подход к планированию застройки. Предполагается интегрировать европейский опыт проектирования. Это, во-первых, был конкурсный проект, да, отобрали самый лучший, и в результате вот он претерпевает ряд изменений, и что мы получим, неизвестно. Это, конечно, такая большая проблема нашей реальности, да, то, что за красивыми картинками мы не всегда получаем то, что мы видели изначально. На откуп застройщикам отдается вот это вот планирование территорий, да, они вроде бы как планируются микрорайонами, но при этом инфраструктура не всегда готова к этому. И это порождает, конечно, недовольство и, собственно, некомфортабельное жилье. По словам местных жителей, комплекс собираются возводить без отдельных дорог, без собственных канализационных очистных сооружений и с перспективы получения на выходе дорожной пробки в сторону аэропорта Казань. Сейчас застройщик и администрация Лаишевского района делают все возможное, чтобы сменить вид разрешенного использования СЖС на многоэтажную застройку, невзирая на то, что эта территория находится в охранной зоне Казанского аэропорта. Также жители утверждают, что в селе нет достаточного количества рабочих мест и нет производств, которые бы обеспечили занятость. Нет достаточного количества детсадов и школ, а строят их, как правило, с большим запозданием после сдачи жилья. 6 сентября в Больших и Малых Кабанах прошли слушания по проекту правил землепользования и застройки. Представители Лаишевской администрации присутствовали на обеих площадках и активно уговаривали жителей согласиться на внесение изменений в генплан. Однако неравнодушные жители остались при убеждении, что этого делать все же не следует. Очередные публичные слушания назначены на 12 октября. Вечером 9 октября уже более 500 человек поставили подписи под документом с замечаниями и предложениями по проекту планировки территории жилищного комплекса. Есть как бы законодательство в сфере индивидуального жилого строительства, есть законодательство в сфере многоквартирных жилых домов, да. Все территории, они имеют свой статус, то есть и, в общем-то, если застройщик покупает большие там гектары земли, да, он эту территорию может так или иначе перевести в другой вид использования, в том числе, как я понимаю, эти земли, они изначально были сельскохозяйственного назначения. Вот, это переводится и, собственно, потом ведется строительство. Напомним, что активная многоэтажная застройка Лаишевского района Татарстана не первый раз приводит к противостоянию застройщиков с жителями. Отметим, что и у другого жилого комплекса «Южный парк», тоже расположенного в Лаишевском районе Татарстана, сложилась большая проблема с дорогами. Помимо традиционных пробок в часы пик, жители не раз жаловались на убитые дороги. Из-за огромных ям водителям приходилось выезжать навстречу. От месяца к месяцу ситуация так и не меняется. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.